Опять голова болит. У тебя есть минутка? Может, сыграть? Ну да. Неплохо. Вижу, у тебя в колоде не хватает эстерада Тиссена. Прими его. Спасибо. Знаешь еще кого-нибудь, кого я мог бы обыграть? Можешь попробовать сыграть с одним эльфом. У него есть замечательная карта. Он живет за городскими стенами, где поселились недобитки с Каятаэри.
Что такое мрачно? Старуха вас не жалует? Как дела, ребята? Приветствую, Гвин. Ты играешь в Гвинт? А тебе что? Всегда приятно. Ладно. Я так надеялся, но...
Как вставило-то, а? Как вставило? На Хиндерсфьяле Йеннефер и Геральт узнали, что Цири действительно вернулась на острова и вновь присоединилась к таинственному чародею. Тот вместе с девушкой отплыл на лодке в неизвестное место. Затем лодка вернулась, но только с одним пассажиром. Им было отвратительнейшее, безумное создание. Существо это попало в руки Ярла, который продал его какому-то купцу в Новиграде. Ты видел чертежи? Вот! Странный дракон. Рори, не жри столько! Это еще почему? Ольгер верно говорит. Перед походом нельзя ни пить много, ни есть. Зато потом сколько влезет. Что-то зацвели, и пчел мало. Морозы были суровы, но спикероги треть борти не дожила до весны. Думаешь, действительно идет белый холод? Нелегко было ледяного великана убить, а? Ярлы строят новые дракары. Так уж повелось.
Первыми на войне всегда погибают деревья. А они знают, сколько растет Тис? Слава твоя, если не умрет никогда. Два поколения придется ждать. Лучше не загадывать настолько вперед. Тут через два поколения уже считай рыб. Боги, дайте мне силы и мудрость. Эй! Чего ты ищешь, пришелец? Да? Ну ты и бледный. Пошлите мне больше сил, чтоб я хоть разочек еще. Уже нет надежды. Он не вернется, да? Когда Гера... Убийца ледяного великана. Мы можем поговорить? Мы с Йен были на Хиндерсфьяле. О, Цири была в Лафотене. Но... Я все знаю. Ну что же? Ты стал я... Благодарю. Значит, за ним... Почему? Забота... Мне интересно. Ну что же? По-моему, трудно было вы... Север сла... Родовит. И случайно... Случайно играю. Да, сыграю.
Замечательно. Мои поздравления. У тебя хорошая колода, но ее можно усилить. Вот, возьми карту. Спасибо. Ты отличный игрок. Попробуй-ка сыграть с Крахом. Это я дал ему колоду, научил правилам игры, но ученик давно превзошел учителя. Еще есть Гремист. Вредный тип, но в таланте ему не откажешь. Окружи своей заботой, о Фрея, все живые создания. Я научил. Ты че? Если ты спрашиваешь. Боишься про... Отлично, достав... Победил. Пожалуй, ты готов бросить вызов Лугасу Безумному. Мне прямо интересно, согласится ли он сыграть с тобой на своего катакана.
Я научу. Как насчет партии? Сыграй. Thank you.
день хвали вечер. Привет тебе. Да, воспользуюсь случаем. Осмотри. С удовольствием. Будь здоров. Значит, верну. Я хочу.
мое почтение. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Что? Я бы не откат.
меча. Но по мне лучше добрый топор. Мечи на спине. Ой-ой-ой, уходи отсюда! Скажу тебе, Геральт, после того, как вы с Хьялмаром одолели ледяного великана, ты для меня один из нас. Я похож на жителя Скельги? У тебя сердце Анкрайта. А скажи еще раз, куда отправилась Керис? На Спикерок. Вбила себе в голову, что должна помочь Удальрику. В чем? Хотел бы я знать. Он отважный мужик. Кое-кто говорит, что он слишком горячий, но... Если уж Керис захотела славы, отправлялась бы лучше вместе с Хьялмаром. А так, никто не знает, что она надумала. А что нового на Скеллиге? Последнее время мы не взяли никого из их коп... Ты случайно... Ха! Давай, по... А ты мастер. Знаешь что, у меня тут есть такая редкая карта. Возьми ее, она тебе больше пригодится. Спасибо. Пожалуй, тебе будет интересно сразиться с одним человеком в Каэртрольде. Он обычный портной, но противник достойный. Его зовут Сьюста. И факт. Хватит мне об этом рассказывать. Замуж. Хеймдаль хранит клан Тиршин. Кровь королей. Пусть твой топор никогда не загорится. Нортон завтра день рождения.
не работы? Девушек в деревне не трогают. Кто для тебя это чародей? Едет, да? Ветер. Ты не изникал, правда? Фэн. Чего ты здесь ищешь? Я время с обучения взял. Лучше ты мне под топор не совался. Подойди ближе, незнакомец. Приветствую. Покажи. Бывай. Любишь соленый фильм? Эй, ведьма, не ищешь ли работы? А это микс... Хочешь купить? Покажи. Не хочешь сыграть? Ярлу представьтесь. Он здесь властвует. Милости. Чем это у вас?
Правда сказать, я бы охотно сыграл в карты. От Гвинта. Привет. Море с утра спокойно. Ты портной? Портной. Надо думать, единственный на островах. С удовольствием. И правильно.
Ты случайно. О, это моя... И... Вы лучше себя чувствуете? Ромашка. Ромашка. Отживу. У тебя есть невеста? Для любви. Ну и ну. Эй, взгляни-ка сюда. Сейчас я окончу твои страдания. Пусть твой топор никогда не жалуется. Простите великодушно, но я оказался в трудной ситуации. Я бродячий фокусник из оккупированной Тимерии и... Из Тимерии? Ты уверен? Не из Новиграда? Почему? Почему из Новиграда? Я родом из Марибора и... И ты не годишься для этой работы, у тебя слишком короткая память. Мы ведь уже встречались, только тогда ты был почтенным новиградским купцом, который отчаянно жаждал вернуться домой. Ах, уверяю вас, что... Ну ладно, поймал ты меня.
Знаю, что это странно звучит, но клянусь, я отдам тебе все сторицей, только не выдавай меня Ярлу. Если я тебя выдам, то точно не увижу своих денег. Но если ты снова попытаешься меня обмануть, я найду тебя. Нет, в этот раз я не вру. Ведь ты же в любую минуту можешь на меня донести. В таком случае, до встречи. Машина самогона, бутыль рома, потом все запил вином. А утром встал без стона и пошел на охоту. Купить чего? Вот. Предлагаю.
нам сил хватило. Это и правда смешно. Чем отличается нильфгаардец от убийцы? Вау! Отец меня убьет. А потом убьет Хава. Твой отец никого не будет убивать. Скажи мне такое спокойствие. Как пить-то? Затишье перед бурей. Привет. Я так понимаю, это все... Оружие не до... Да я ви. Мой. А если... Пока... Я бы не отказался. Приветствую. Чего надо? Какой ты... Какой у тебя... Я хочу посмотреть твой... Да пожалуйста. Предлагаю...
Мое почтение, Ведьмак. Надо тебе подольше. Ну, в чем дело? Два клана... Сосед, это... Во времена... Что не опра... Так, ради... Вот по... Ты случай... А чайки с... Ну, покажи. Двинул бы я тебе между глаз. Только ведь потом начнут говорить, мол, Логос безумный. Бери катакан и уматывай. На самолете бутыль рома, потом все запил вино. Это вот тебя приезжай. Ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. О, дождик! Ах,
Кэдмил Айнхо.